Нина, а что происходит? Я просто... А что происходит? Во-первых, что за мужчина встал между нами? Ты не знаешь, что ли? Нет, я знаю. Я знаю, но я пытаюсь, так сказать, выяснить, какого ты уже подскочила, куда ты пошла. Я просто успокаиваю мальчика, чтобы он не волновался, что ничего страшного сейчас не будет, наоборот, все будет хорошо. Дело в том, что я просто увидел вот клавиши знакомые, беленькие, черненькие. А клавиши? Я не удержался. А клавиши увидели Александра и так испугались, что Нина подскочила и стала их успокаивать. Значит, кто испугал клавиши, выясним прямо сейчас. Александр Яковлев. Музыкант, пианист, лауреат более чем 50 международных конкурсов. Мировая пресса пишет о нем. Пианист тысячи и одного стиля. Так сказать, Шахерезада мира музыки. Может играть тысячу и одну ночь и ни разу не повториться. Более 10 лет Александр регулярно дает мастер-классы в России и за рубежом. Поэтому к нам в гости приехал по приглашению Феликса специально для Нины. Александр, что за женщина между нами? Это Нина Романова. Знакомьтесь, она тоже знает, как напугать клавиши. Давайте, прежде чем вы будете трогать наши Нинины клавиши руками... Нормально. Они уже немножко нагрелись от очень интенсивного прикосновения. Это от страха, потому что, в принципе, Александр, он такой экспрессивный, я бы сказал, пианист. Да, я холерик. Да, вот. А, так сказать, Валерик уже играл на этих клавишах, а холерик первый раз. Потому что до этого было... Почему-то не предупредил. Флегматик. Значит, я только единственное хочу спросить у вас. Вы же чуть ли не директор фестиваля, который случится совсем скоро. Называется Grand Piano in Palace. То есть грандиозно тихо во дворце, если переводить это все на русский язык. Не совсем правильно. Просто Grand Piano — это... фортепиано очень большого размера. Многие подумали, что это крутая вечеринка. Крутая вечеринка — это просто фестиваль для детей, получается. Да. Что это такое в двух словах? Что за мероприятие? Значит, мы придумали такое мероприятие, взяли за пример швейцарский фестиваль Вербье, ну и много других остальных, и вот решили в Петербурге провести, когда дети имеют возможность соприкоснуться с искусством, выступить на сценах Петербурга, и они это будут делать одновременно вместе с мэтрами. То есть будут солисты театров, и дети от 9. То есть это будет дуэт, скажем так, мэтр и мэтр с кепкой. Да, мэтр с кепкой, и будет дуэт, трио, квартет. Какие музыкальные произведения выбираются? Ну, вряд ли Стравинской. По силам, какие хотят дети, в общем-то. Они предлагают, какие хотят дети? Дети хотят, конечно, музыку из всяких кинофильмов, но мы предлагаем концерты Моцарта, к примеру, или концерты Баха. И говорите, что им это тоже музыка из фильма «Амадеус». Именно, и они соглашаются. А скажите, пожалуйста, а дети хотят сейчас Щелкунчика? Потому что я считаю, что вот нам сегодня, когда мы говорим о рождественском настроении, о создании такой какой-то атмосферы внутри себя в первую очередь, а потом уже должна вылиться, так сказать, на все, что нас окружает. Вот «Щелкунчик», на мой взгляд, подходит лучше всего, нет? Я думаю, что «Щелкунчик» — это то произведение, которое связано с Новым годом непосредственно. И каждый, не только русский человек, мечтает приехать в Петербург, посмотреть «Щелкунчика». Например, знаю японцев, которые уже десятилетиями ездят. Ну, давайте, так сказать, показывать «Щелкунчика» будет Нина сейчас. Вот, если кто-то хочет посмотреть «Щелкунчика». Даже так. А сыграет все-таки Александр. Хорошо. Покажи еще раз «Щелкунчика». Поехали. Можете вы там, где мыши пошли, крысы конечно, пошли? Конечно. Да, а у вас дирижер есть там? Безусловно, из Московской филармонии. Давайте условный все-таки у нас. Чтобы Гергиев. Крысы пошли. Да, условный Гергиев. Он же вдохновляет всегда, да, музыкант? Конечно. Музыканты же всегда они знают, что играть, например. Но должен быть человек, который вот так встанет, замахнет и скажет: «Крысы пошли!» Они очень маленькие. Не, крысы такие. Это как? Надо ниже показать? Крыски, ниже. Как-то маленькие они. Ого, я видел. Музыки маленькие. Я видел фильмы, большие они. Да. Итак, давайте. Ну, мыши, нет, крысы. Крысы пошли, давайте. Что-то не страшно, да? Так.
Ну что ж, создается у вас потихонечку рождественское настроение? Ощущение рождества. Ну, но по чуть-чуть хотя бы, да? За это спасибо. Ну ладно, ладно нашей программе. Да ладно, не надо, да перестаньте. Александру Яковлеву спасибо, конечно. И не пропустите по возможности вот этот... С 11 по 18 декабря в залах Дома композитора в Русском музее мрамора дворце 16 числа с часу до 5. И называется все это... Grand Piano in Palace. Да, не дает мне сказать ни слова, поэтому хватит уже смотреть на него. Не дает мне говорить вообще. Все, кино недели, и все, и мы выводим его из студии.